что теперь я хочу сделать? Смотрите, у меня есть изолированные провода, так? И у нас есть солнечные панели. Нам нужно эту штуку где-то поставить. И я предлагаю ее поставить вот здесь. Не самое лучшее место, но я думаю, что нормуль. Вот, копит энергию. Теперь мы это все соединяем самым безобразным образом. И один проводочек вниз. Вот, и у них еще свой буфер есть. Когда они вот его наполнили, все, они его наполнили, и они должны в свой буфер теперь копить, нет? Что-то не копят в себя пока что. Это что, постоянно ешь? Ты ж не ешь постоянно. Странно как-то, странно. Вот сюда сразу закинем железь. Я так поняла, что здесь можно настраивать выход, да? Если я поставлю сбоку сундук, оно будет сундук выплевывать. Давайте попробуем. Сундук. Ну вот. Или в него нужно... А нет, выплевывает. Хорошо. Я думала, что в него нужно какой-то... А в себя закидывать нет. А в себя закидывать можно и хоппер поставить. Ничего сложного. И в себя будет, если кнопку слева нажать. Интересненько. Собираем награду. Собираем награду. Как-то ее сейчас распихаем где-то. А то что-то совсем все плохо с местом у флешки. Это ресурсы. Хотя это обработанный ресурс. Ну, в общем. Вот так вот медленно накрывается порядок. Когда ты такой, ну, в общем. Потом разберу. И вот этих инструментов дают просто тонну. Тонну. Вот. И смотрите, смотрите, сколько у нас всего открылось. Вы это видите? Вы это видите? Это шикарно. Шикарно. Что у нас по времени? Мы стримим уже 2,5 часа. Давайте дозакрываем вот верхнюю эту веточку. Я так и не нашла плюшевую штучку. В проводах тоже буфер неплохой. А знаете, что мы сейчас сделаем? Так как у нас есть компактор, я хочу улучшить вот эту лейку, потому что на данном этапе она просто кошмарная. В ней помещается всего лишь 4 ведра, но это просто ни о чем. Просто ни о чем. Смотрим, как улучшается лейка. Лейка. Нам надо 2 инвайровые пластины, силиконовый кружочек. 2 инвайровые пластины, силиконовый кружочек и bone meal. Ты еще не закончил? Лейку можно зачарить на холдинг. Холдинг? Не знаю про такую зачарку. Голи, гелом, гелом. А что? А что эта зачарка делает? Ну, силиконовый кружочек. Ну, что тебе не нравится? Силиконовый кружочек. Есть силикон в пулях, а есть вот в кружочках. Влад, фу. Не надо так издеваться над моими этими. У меня очень точное описание предметов. Вот не надо тут. Как вижу, так и говорю. Вот. А следующий, смотрите, это у нас Electrum и Hardened Glass. Поэтому в какой-то там из наград я специально выбрала Hardened Glass. Вот. Чтобы это мочь сделать. А дальше Electrum, просто в слиточках 2 штучки, а стекло одно, usage, стекло одно, так что остальное сейчас оставим. И вот это Fito Grow. Кстати, насчет Fito Grow,
Можно ли размножать семечки? Это rich feedagrow, а это просто feedagrow. Ага. Мне уже нужен slack. Slack. Угу. Для этого нужно сделать печь. Отставить лейку. Отставить пока что лейку. Но это уже лучше. Это уже на 12 ведер. Чарка это увеличивает вместимость. Холдинг 3 на этой лейке расширяет ее до 10 ведер. А если вот большую, которая на 16... Я тогда замучаюсь ее наполнять. Блин, непонятно, в какую сторону идти. Ее же потом наполнять надо. Холдинг расширяет инвентарь. Штуки из термалочки. На танки, рюкзаки, сундуки, ячейки это накладывается. Круто. Можно, кстати, сделать... резервуар из термалки. И его тоже зачарить на холдинг. И он умеет... резервуар! Спасибо большое! Это вот это? Это вот эта штуковина, да? То есть ее надо заполнить. И она потом из себя... Ой, смотрите, бесконечный. Бесконечный нельзя сделать. А вот этот крутой. Через эндериум. И они перекрафчивают друг из дружки. То есть, ага, вот это. Круто! Круто, давайте сделаем первый. Это у нас тин, два копера, ведро. Тин, два копера, фидро. Еще какая-то штуковина страшная. Ага, два редстоуна и железяк. Чё я так много-то взяла? А, железяк. А еще бы у меня была железяка, я же все железяки пустила на пластины. Я их даже с блоков не выковыривала, эти железяки, потому что места очень много занимали. Вот. Вот. Отлично. В следующий могу переделать? Ну, в принципе, могу. Ну, в общем, зато он у меня есть, и я буду помнить, что его можно будет апгрейднуть, и он будет потом сам доливать в лейку. Вот это. Вот это спасибо, Гелом. Прям. Прям спасибо. Прям круто. Его разогнать вот насколько можно. Еще если вдруг эндериумная пластинка выпадет. Ух, держите меня семеро. Кнопка В меняет режим влить-вылить. Еще у меня такая интересная идея. А можно его... Нет, его нельзя ни в чем заполнять, да? Нет, можно. В Fluid Transposer можно. То есть, когда он совсем у меня закончился, флешка улучшит свой базовый верстак. Он изи крафтится. А зачем его? Еще не надо за это улучшать. Еще меня не звали его улучшать. Я что-то хотела сделать. Я хочу... Ага, это надо в иммерсив уткнуться, чтобы нас пустили в сторону печки, и чтобы я получила слэк. Мне нужен слэк, чтобы улучшить лейку. Мне не нужен коксовый уголь, чтобы сделать сталь. Нет, это для простых смертных. А мне нужен слэк, который все выбрасывают, чтобы улучшить лейку. Это наше главное. Его можно руками налить. Я понимаю, что его можно руками, просто долго. А так в этот флюид транспозер его поставил? И он себе заполняется, пока ты чем-то другим делом занимаешься. Понимаешь, к чему я веду? Лень! Так, делаем книжку. На книжку нужна книжка. Книжка и левер. Книжек у меня много. Знаете почему? Потому что я ворвалась в одну деревню, и там была библиотека. И все своровали. Да! Раковина из кукинга лучше любого резервуара. Но суть не в этом. Суть в этом, чтобы взять лейку и как можно дольше одним заходом поливать. В пчелах чаши нет. Да здесь тоже нет. Просто говорю, что это не странно, что какие-то другие предметы могут заливать. Флешка-вандал. Да вообще, эти деревни после меня прям шаром покати. Вот, надо было еще лесенки там спереть. Я в данжах решетки ворую, в деревнях двери и лесенки. Один раз даже вообще всю деревню снесла, потому что мне бревна нужны были. Я страшный человек. Когда играю одна,
Когда я играю на сервере, я никогда себе этого не позволяю. Вот серьезно. И это на меня давит. Я не могу воровать на сервере, и меня это прям... Ух, темно. А вот собираются Таункрафт убрать, и не будет фонтанчика. И все? И все? И что теперь? Никакой магии. На серверах спалиться страшно, что я вандал? Нет, я вот, вот чисто из примера. Даже на сервере я пробегаю, вижу тростник и знаю, что мне нужен тростник, я возьму два кусочка, третий оставлю, чтобы он рос, и кто-то, кто будет следующий пробегать, кому надо, чтобы ему тоже было. Вот. Моя грабить караваны, да. Ссылку на сборку в этом Курс Forge Twitch Launcher. Так он не будет расти. Ну, просто обычно там такие местности, которые подгружены часто, кто-то пробегал. Я сильно далеко никогда не селилась. Да и все равно. Вот играла на сервере Рамона, спалили, где мы живем с Ника, так потом и поселились. Прям чуть ли не под носом. Ребят, нам нужны семена. Вот, есть. Ну, слава богу, я уже думала, что нет. А сколько их надо? 4 надо? Опа. Сейчас лейку обкатаем. Щит мешает. Нет, сейчас я в сингле играю. Я думаю, что одну грядочку пшеницы нужно заменить на эту радость. Их надо будет много, потому что мельницы делать. Видите, у меня даже своего огорода цивильного какого-то нет. Чарить не будешь? Так у меня нечем еще чарить. Ребята, я-то зачарю. Но потом, когда у меня будет чем чарить? Чем же мне сейчас? Силой мысли, что ли? Возможно, у меня книжки какие-то подходящие есть. Можно на наковальне это сделать. О, набралось. Убирать Таункрафт это не по-человечески. И не говорите. Вообще как-то жестоко. Очень жестоко. Не, ну нормуль. То есть тут, она ускоряет хорошо. То, что вода заканчивает, вот заканчивается, вот это немножко напрягает. Но вы не видите, сколько всего хорошего посоветовали. Мы это все поправим. И все будет пучком. Отлично. Вот тут наметим себе, что тут будет у нас. Все-все-все, мы закончили. Нам буквально 4 семечки надо было. Мы закончили. А то сейчас наберу тэнк и увлекусь, и буду там полдня на огороде стоять. Вам это надо? Вам это надо, ребят? Я же с огородами, как с копанием. Не оттянуть. Так, мне предлагают, смотрите, рандом чикен. Не хочу ваш рандом... А, мне его все равно дадут, да? Уйди. Не хочу я ваш рандом чикен. Кукурекают потом по утрам. Кушать хотят вообще. Immersive Wooden Storage. Если его собью, с него же ничего не вывалится, правда? Я уже своровала. Книжка говорит, воруй. Я своровала. Давай, засчитывай. Засчитала. Книжка одобряет. Вот. И в награду дают еще и эмеральды. Смотрите, как хорошо нас вознаградили за воровство. Стыдобата какая. А Magical Crops когда? Когда база будет. Потому что сейчас нет. Сейчас коровья опасность. Что там еще надо? Black Iron 36. Так, для Black Iron у меня есть краситель.
Black Iron. Да, на каждый надо по красителю. У меня, кстати, есть вот эти цветочки. Может, их... Пошли немножечко пособираем. А то сейчас все раздолблю. И в результате у меня не останется черных лепестков. Это будет плохо. Вот. И железу этим намазать. Железо, иди. Железу намазать. Вот, замечательно. Сюда оставить, лепестки на место отнести. Протеряю. Конечно, можно обмножить боунмилом. Ножницы только надо найти. Так, я сделала. А что нет? А, так это сэндстоун, а не песок. Все поняла. Сэндстоун я копаю. Вот. Я думала, песок надо. Да, я что-то забыла, что с одного цветка это два лепестка. Так, все дают? Или только часть? Все дали. Супер. Это эти щиты. Его проще надеть, чем это. 144 брика. Жарим много. Пригодится. Вот. Кожа навыбивала. Яйцо какое-то в награду дали. Зачем мне эти яйца? Еще этот опыт. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, пока жарятся брики, давайте откроем парочку сумочек. У нас как раз скопилось некоторое количество. Как вы на это смотрите? Я считаю, что позитивно смотрю. Да, цветы можно получить, посадив лепестки на землю, боунмилнуть, и получаются двухэтажные цветы, которые потом можно срезать ножницами и получить не два лепестка, а четыре. Это просто прелесть. Что-то надо этим заниматься. Смотрите, силиконовая пластина и чизель. Бесполезняк. О, прудентиум кол. Это следующий после, или прям через один. Короче, крутой кол. Отличненько, отличненько. Еда в загашник. Это сюда, это сюда, это сюда. Смотрите, как круто. Вот эти штуки пока что собираю вместе с инструментами. Не знаю, что с ними делать, куда их девать. Так, тут как-то очень много алмазов. Давайте уберем часть в этот сундук. Это место занимает. Темно. Темно и страшно. Прятаться. Беги и прячься. Здравствуйте, Мелина. Шпать. Отдохнуть пора. Тем более, что жарится глина. А пока жарится глина, мы можем сделать что-то другое, да? Можем же. Самое главное, что эти печки потом очень легко переносить. Знаете, что мы можем сделать другое? Мы можем сделать хаммер из иммерсива. Да, у меня его нет. Я его точно не делала. Кстати, у меня... А, нет, делала. А, ну, начинается, нашла. Я его стырила, наверное. Я его точно где-то стырила. Угу. Вот этот верничок. Точняк. Флешкой тырить. Ах, вы уже в Дискорд проклей закинули. Ну, мои молодцы. Ну, пускай будет. Можно даже закрепить. Ох уж, это липкая история. Влипла так влипла. Что мы можем... Ой, эти столики... Ой, я что-то даже не замечала. Воровка, значит... Да еще какая! Сил нет. Воровать вот по этим... Я еще хочу этот домик иммерсива, который у меня там внизу. Он там так некрасиво стоит. Я хочу его прям совсем снести. Прям вот все стеночки. Просто там стеночки из Тритетвуда. Ну вы поняли? Тритет вуд и куча зеленой шерсти. Совсем с ума сошли? Оставлять такое вот жителям на потеху? Нет! Мне предлагают сделать кулон целый. Тихо стырил и ушел, называется нашел. Если я сказала, что не брала, значит не отдам. Все. Вот все. Это прям... Нет. Не отдам. Я не я, но хата моя.
Я не я, и хата, но хата моя. Так, знаете, к чему бы я еще хотела стремиться, но я это сейчас не сделаю. Давайте этот Atomic Reconstructor сделаем. Будем делать энори, из энори будем пластины делать, из пластин будем делать креаты. Много креатов, много места для много хлама. Надо же. Надо за... Это не моя фраза. Услышана давным-давно. Вот. Но очень хорошо подходит под множество ситуаций. Значит, что мы делаем? Реконструктор. Реконструктор. Отличная штуковина. Опять клей. Стоило вернуться. А ты прям притягиваешь его к себе. А, это у нас стоун, либо же чалк. Чалк. Раз, два, три, четыре. Есть. Дальше. 12 бронзовых пластин. Вот прям нехило так. И что? И что? А вот не было бы этой штуки, и мы потратили 24 бронзовых. Только вдумайтесь, это прям смешно. Ну, в общем. Что тебе покормить? Дать тебе еще блочек? Так у тебя тенк полный. Нет, у тебя тенк не полный, на кушу. Чего бы это? Чего бы это так разорались? Ну, начинается. Ну, начинается. Им еще какие-то ускорялки можно сделать, да? Так, помимо этого всего, надо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь редстоунов. Я смогу прям так точно отсюда смогу. Семь редстоуна. Одна циркуита. Еще какие-то странные страшные трубы. Вот такие вот. Clear lens. Всего-то из стекла. Не, ну то не серьезно. Ну, чего вы сразу начинаете? Как так можно такие крафты давать-то? Не, ну все. Сигналом, кит. Сигналом я осилю. У меня всего лишь 3 сигнала. Давайте посмотрим, какие есть киты. Кит. Кит, 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 кит. А, reinforced upgrade kit. О, смотри. Ой, 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 да, отжала. И всех убила жителей. А что, ничего не видели? Твоя вообще. Вернемся к нашим... реконструктор. Да, я знаю о этих китах. Я просто посмотрела на крафт и такая... Ух, ашаш. Приятного аппетита, Ваня. Приятного аппетита. Я очень сильно подозреваю, что мы еще будем здесь, когда ты закончишь кушать. Также стоит отметить, что компактор можно Gear Augment вставить. В названии, кажется, в модпак есть, нет? Gear. А. Нет. Чтобы делать в нем шестеренки? Окей. И тогда он будет из четырех. Ну, здрасте, а как тогда переключать? А, хорошо, Ваня. Ну тогда приятного тебе вечера. Приятного аппетита и приятного вечера. А как его потом переключать? Либо же два сделать. Ну а смысл, если можно в этом сделать? То есть выход один и тот же. Не вижу смысла, не вижу. А вот надо эти аугменты почитать все. Как-то... Представляешь, Кош? Вообще шестеренки какие-то... Я бы хотя бы через вот этот пресс резюмер сделал. Ну что-то есть, несерьезно как-то. Же. Это сив. Мне казалось, что был какой-то аргумент на скорость работы. Я просто его не вижу. Я не помню, как он выглядел, но я его не вижу. Это Actual Editions. Как? Короче, что мы ждали?
Боже, что мы делали? Что мы ждали, что мы делали? Я забыла, что мы делали. А, мы этот делали. Господи. Не вспомню. Реконструктор. Вот. Реконструктор. Жмак, жмак. Профит. Самый первый на скорость работы. Так это с другого мода там был. Или вот этот. Reception coil. Processing speed. Точно. Спасибо. Спасибо, злой крипер. Так вы добрый крипер. Видите, подсказывайте нам тут. Насколько прожорлив этот пак к ресурсам? Это безумие какое-то, как он лагает и жрет память. Это... И ты просто ужас. Может, Refine Storage? Не, ну Refine Storage, даже если я могу это сделать, я бы уже хотела набавить. Вот это переносить я точно не захочу, серьезно. Так, для этой радости надо сделать факел, так, и нажимную пластину. По-другому просто никак. По-другому просто никак. Я не знаю, каменную, деревянную, каменную. Так. Редстоун факел. А у меня нету проводов. Кстати, а вот с этими проводами другого вида провода будут стакаться? Как думаете? Я вот хочу, знаете, как его поставить? Я тут прям сейчас буду выкручивать. И что я сделала? Вот так. Потом факелом по нему. Тыц. Пластину сюда. Тыц. И провод. А если я вот сейчас возьму и там кусочек медного провода тыкну? У меня есть медный провод еще? Тыкнет она провод. А если я вообще флагстак туда тыкну? А чем черт не шутит? Нет. Не работает так. А где мои медные провода? Я же ж делял. Или не делял? А я не делял. Ти-ти-ти-ти. Кабель. Кабель. Вот есть изолированный золотой кабель. Смотрите, просто вот так вот замотать в три силикона. Так, давайте золотой сделаем. А чё уже перебивать-то? Вот, и этот три... Ага, с дестабилизированным редстоуном. Ага, это надо... Ну, давайте попробуем. А я смогу залить в капсулу редстоун? Только надо посчитать прям очень правильно. Сейчас. В Refine Storage есть что-то вроде Storage Bus'ов. Есть вроде бы. В Stone Block у стримера с микрофризами был. Мне аж его жалко было. Ну вот с фризами играть никакого. Я сказала стакаться. Ужас, простите меня, пожалуйста. Видите, как вы плохо на меня влияете. Сундук бы на другую сторону переставить. А чё, так прикольно будет сундука прям бросать. А почему деревянную? Деревянную, да? Смотрел твои записи трансляции на Твиче и решил забежать. Крюк, что у тебя в сундуке, нужно надеть на баблсы и тыкать. В книжке было написано. Мне кнопку там надо переназначить. Я флуидакт там тыкнула, а не флагстак там. Флуидакт. Флагстак. Ай, вы мои умницы. А ну-ка. Точно. Все, у него есть энергия. Так. Точно деревянная пластина, да? А как деревянная пластина делается? Я полагаю, что не так. Так.
сплошное читерство кругом. Что так просто? Что вообще без пилы? Извините. Круть. Есть. У меня есть теперь своя пилька. Все компактненько, все нормально. Сюда еще две машинки можно будет ставить. Вот ты иди сюда, мы тебя пересадим. Расти здесь. Буду здесь на тебя натыкаться. Здесь еще можно две машинки поставить, как минимум. Мы еще с вами какой-то грайндер сделаем. В коробке? Что? Где? Нужна сложность? Чудеса Грэктеха к вашим услугам. Что мы ждали? Что мы ждали? Мы ждали, пока нажарится. Вот. О, смотрите, я теперь могу сделать все вот эти задания. Здесь я возьму, пожалуй, Энори пластины. Так. Это я сделала, это я умница. Здесь мне предлагают сделать два Энори. Два Энори, я вас умоляю. Два Энори. Сейчас, два. Вот, 32. Вот это мой размер. Отлично, отлично. О, бекончик. Нет, монетки. Дай сюда. Так, дальше мне предлагают палис кристалл. Дальше предлагают сделать диаматин. А диаматин, он что, из алмаза делается? Нет, ну я тут уже стеком я делать не буду. Я что совсем? Я не... Ну что? Возьмем пару штучек. 36. Давайте 10 сделаем. Вот так вот. А то что-то уже... Оу, как... Что-то загнули. Ей. Сколько у меня всего клевого теперь будет? Диаматиновая пластина. Да дайте хоть уже что-то. Хоть что-то уже дать. Есть пластина, есть, кстати, монеток у меня. Смотрите, красота-то какая. Надо бы их покомпактить, вам не кажется? Давайте мы их покомпактим. Вот эти возьмем вот так, вот так. Вот так. Есть. И вот так. Так, остаточек мне отдать. Вот. И вот к этому моменту мы тут с вами поразвлекались. У нас нажарилась глина. Вот. И мы теперь можем бахнуть не сюда. Вот сюда. Мы теперь можем бахнуть спичку. Да? И теперь нам предлагают сделать 27 стоун бриков. Чё? Каких бриков? Коук бриков. Коук брик. Коук. Коукбрик. Вот. Сделать нам 27. Так, 24, 28. А, с шифтом еще есть кнопка? Ух ты. Ух ты. Вот это спасибо, Павелат. То есть можно вот так, а потом вот так. О, класс. Так я ж ее и не видела. Я вижу только те, что без шифта. Я такая, чё, какие кнопки. Спасибо. Аромаксович. Была не права. Да. С шифтом не увидела. Так, мы это сделали. Смотрите, это забираем. И идем бахать печку. Где мы печку поставим? Я думаю, где-то подруженькой возле нашей малышки. Только надо поспать, я так понимаю. Да нет, еще день. Что теперь будешь знать? Да, теперь буду знать, спасибо. Это очень полезно. Это очень полезно. Где нам это поставить-то? Вот здесь бы можно было. Так, подожди, каковина, это первый этап. Что ты сразу? Это. Надо все как-то поочередно делать.
вот. Вот. Но это еще не все. Нет, неправда, неправда. Оговорилась. Предатели-то какие вообще? Кругом. Вы чё, ребята? Так вот стучать. Я тут это, своими сапогами так не стучу, как вы на меня. Вы что? Как так можно? Дожились. Стучат на родную флешку. Не лезет, смотрите, не лезет. Кошмар, кошмар. Так, теперь мне надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как же армия, как же наша оборона. Случилась осечка, а на меня настучали прям сразу, моментально. Не виноватая я, как говорится, вот, не виновата. Так, нам нужны флуидакты. Шпион. А кто же ж настучал? Кто? Флешка скрин. Спасибо. Это будет отличный скрин. Да. Шкуродер. Шкуродер сегодня медальку за это, за бдительность. И знаете, что я хочу еще сделать? Я хочу сделать драм. Драм. А почему нет? Я могу делать стон драм, но я сделаю. Мама моя дорогая. Для чего скрины? Для заставочек. Нет, я так и сделаю. Только подождите. У нас здесь 5 на 5, так? Это значит 25 пластин. 24, 23, 22, 21. Так. А что это такое? Мне казалось, что железные бочки были проще. Раз. А, это и лифт. Это, короче, никакой железной бочки. Стоун бочку. А на сколько стоун бочка рассчитана? Явно не настолько, насколько мне надо, да? Да что за крафты-то такие? Меняют тут постоянно, понимаешь ли. Не, ну стоун так стоун. Все равно нужно этот где-то хранить. Мне кажется, с чалком как-то можно будет сделать, да? А я весь чалк использовала, понятно. Значит, стоун. Кошмар. Кошмарики. Кошмарики-комарики. В смысле изи же? Там реинфорснутое стекло. Там надо стол покруче делать. Вот в чем дело. Я не хочу будет пайп, я хочу одну бочку, чтобы была. Зачем мне будет пайп? Мне одна бочка так и нужна. Никого нет? Непонятно, насколько она? Ну, пускай будет.